поняли, Урал открыл счет 1-0. Мы ведем в матче с Динамо Москва. Ох, 44-й номер у нас опасно пробивал с головы. Гадюр красавчик сейчас вытащил опасный удар с правой штангой. Конечно, Газюр пропустил прямо вообще, так скажем, 1-1 счет. Сейчас был классный прессинг от Урала, прямо три опасных момента. А сейчас могли повторить, блин, похоже, мы не могли забить. И уходят на перерыв. Тейков Блэк – это моментальная карта. Самый главный вопрос. Что же ответит Даша?
штанга. Чуть нам не забили. В игру вступает Кирилл Панченко, номер 8. Место Эрика Бигфауди, номер 10. В игру вступил Павел Погребняк, номер 88. И вместо Петруса Бумаля, номер 13. В игру вступает Юрий Бабин, номер 14. Да, вот это было опасно. Вот сейчас пока нужна Шунину помощь медицинская и нашему игроку. Забил Погребняк, вылечился от коронавируса, вышел и забил на почти последних минутах, уже в добавочное время. Еще осталось минут 2-3 играть. Следующий домашний матч состоится 15 июля в 18:00 на Екатеринбург-арене. Соперник Тульский Арсенал. Информация о билетах и правилах посещения игры будет опубликована на сайте и в социальных сетях. Встреч на Екатеринбург-арене. Ну что же, ребятки, сегодня очень важная победа состоялась. Мы выиграли у нашего прямого конкурента за 6-е место, у московского «Динамо». На последних минутах Пашка Погребняк под 88 номером вышел, забил, возрастил, возвращение, камбэк после того, как он заболел коронавирусом, выздоровел и сделал, дал нашей команде очень важную победу. Так что ждем дальше. Дальше всех побед. Сегодня немножко сорвал голос. Пришлось покричать, особенно эмоциональные последние минуты. Так что всем удачи.